«Уют в красках». В доме художника открылась юбилейная выставка Елены Родионовой. В экспозиции представлено более 50 работ. Выставочный зал условно разделили на два. В самом большом – известные натюрморты художницы. В том, что поменьше – работы из поездок. Она любит ставить натюрморты. Они, в общем, довольно-таки такие бывают цветные, такие пышные, много фигуративные, то есть там насыщенные по предметам. И, как правило, она справляется с такой трудной задачей и по тону, и по свету, и по настроению. То есть вот натюрморты, конечно, удаются ей, наверное, больше всего. Ее называют самобытным художником, тонко чувствующим природу и умеющим поймать момент. Натюрморты кисти Елены Родионовой поразительно уютные, домашние, словно живые, будто на листе застыл фрагмент из жизни. Вот этот быт, деревенские предметы, которые мы собирали, как все художники, предметы старины, они, конечно, очень теплые, они всегда вдохновляют на постановку какого-нибудь натюрморта, связанного вот именно с этой такой сельской тематикой. В соседнем зале работы немного другие. Конечно, по-прежнему встречаются сельские пейзажи, но также много интересных картин из разных уголков мира. Некоторые выполнены в графике. Елена виртуозно работает в самых разных техниках. Тем не менее, почти всегда выбирает яркую темперу и капризную акварель. Акварель – она такая техника. Тем более я работаю по сырому. Акварель по сырому, она не любит дальнейших доработок, поэтому пока лист влажный, натянутый на стекле, нужно успеть сделать все, что ты увидел и что ты хочешь сделать, потому что лист потом высыхает, все меняется и уже дорабатывать дальше невозможно. Выставка охватывает работы всей творческой жизни художницы. Увидеть эти невероятно разнообразные картины могут все желающие. Экспозиция будет работать до 31 декабря. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.